Привет всем, друзья! В этом видео я вам подготовил новый рецепт очень вкусного шашлыка из свиных ребер. Для приготовления данного лакомства нужно ребра порезать по размерам решетки, на которой вы в дальнейшем будете жарить, и сложить их в глубокую тарелку. Маленькие обрезки пойдут на суп. Теперь в глубокой тарелке нужно смешать специи. 3 столовые ложки соевого соуса, острый перец чили по вкусу, 1 чайную ложку горчицы, черный молотый перец по вкусу, 1 чайную ложку итальянских трав, 1 чайную ложку паприки, 1 чайную ложку соли. Все хорошо перемешать. Полученным маринадом все ребра надо обмазать. Блюдо накрыть пленкой и убрать в холодильник мариноваться на 12 часов. Пришел вечер следующего дня, разжег костер. Сейчас покажу лайфхак от меня. Грязную решетку с предыдущего раза, чтобы не мыть, нужно положить на огонь и подождать немного, чтобы раскалилась. Затем ее надо резко остудить в чистом снегу. Грязь сама отпадет, и решетка станет стерильная. Теперь на решетку можно положить ребра, не опасаясь за свое здоровье. Все куски ребер нужно укладывать мясом в одну сторону, кверху или к низу. Таким образом прожарка будет равномерная. Угли по мангалу надо распределить. Пришло время жарить шашлыки. Теперь с этого момента нужно быть внимательными и ни в коем случае мясо не оставлять наедине с горячими углями. Все же мы шашлыки готовим на открытом огне. Решетку с ребрами надо периодически переворачивать, чтобы мясо не сгорело, избегая открытого пламени. Время приготовления блюда зависит от качества и жара углей. Это примерно составляет 10-15 минут. Затем, когда шашлыки вы приготовите полностью, их надо выложить на заранее украшенное блюдо. Это немаловажная процедура, которая влияет на вкусовые качества. Шашлык хорошо бы сверху посыпать заранее замаринованным луком. И если вы все правильно сделаете, мясо на ребре будет сочное и очень вкусное. Вам и вашим гостям. Это лакомство из мяса обязательно придется по вкусу. А самое главное, между ребер можно отрезать любой кусок. Кому рецепт понравился, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем приятного аппетита. Пока.